Размер подъемных для молодых врачей увеличен. Депутаты приняли изменения в законе о мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников после окончания ими государственных вузов. Теперь выпускники, работающие в Кургане и Шадринске, будут получать не 50, а 100 тысяч рублей. Для сельской местности подъемные выросли со 100 до 150 тысяч. Эти деньги могут быть использованы медиками как первоначальный взнос по ипотечному кредиту. В первом чтении принят закон о предоставлении парламентариями данных о своих доходах. В двух чтениях проект о бесплатной юридической помощи населению. Сейчас задача всех органов, задействованных в реализации данного закона, подготовить рекомендации методические, значит, для того, чтобы люди наиболее оперативно разобрались и могли использовать данный закон в своих целях.